Здравствуйте, мне интересно, как работают закладки в Adobe Acrobat. Значит, если клацать на закладки, которые сгенерированы с помощью утилиты JPDF Bookmarks, то что я имею? Закладки работают, они работают с тем свойством, которое я бы хотел, то есть наследовать масштаб, страница 293 PDF, все хорошо. Но что мне кажется странным, значит, если ходить по тексту, а не по закладкам, то они визуально не отображаются, то есть где я нахожусь, то есть отображаются выборочно, то есть, например, я дошел до... Ну вот даже сейчас, ну вот, местоимения показались серым, а числительные, например, не показались. С чем это связано? Вот, собственно, и вопрос. Указательные, вопросительные показались, а личные не показались. С чем это связано? Я не могу понять. Я раньше не встречал. Встречал только, что подряд все отображается, и слева видно, где я нахожусь. И получается, здесь выборочно. С чем это связано? Я не могу объяснить. Каждый второй элемент, что ли, получается. И последний. Логики не вижу, тем не менее, хотелось бы понять. То есть, сами по себе закладки работают, но если я двигаюсь по тексту, то не всегда. Здесь третий. Ну, то есть, я не понимаю этой логики, почему четвертый не отобразился. Они все создавались одинаково с помощью этой утилиты PDF Bookmarks через командную строку. Не понимаю. Спасибо.